Приветствую, бойцы. Как у вас дела? Как настроение? Сегодня будем играть на уникальном роботе Скорн. Он единственный в своем роде обладает способностью два прыжка. Вы можете в воздухе совершать второй прыжок. И будем играть на вооружении 500 метров. Посмотрите, как он себя проявляет. Ну, давайте сразу вам скажу. Мне вооружение данное не понравилось абсолютно. Прокачка 10 левел, 4 легких слота, 2 тяжелых. В принципе, огневая мощь у данного робота вполне такая неплохая. Но вооружение является вооружением поддержки. Большого дамага вы не нанесете. Суммарно данная сборка на 10 левеле заливает 60500 дамага во врага. Но учитывая, что сейчас есть энергобарьеры практически у каждого за счет модулей, эффективность данной сборки, так скажем, снижается. Лучше всего, если вам робот Скорн понравится, вам понравится дабл джампы делать, ну, поставить плазму 550 метров, ну или на крайняк дробовики, но не вооружение Ботфлай и Ситес. Полетели в бой, посмотрим. Итак, приземлился я на своем респавом маячке и вижу, негодяя уже захватил. Давайте активируем все 6 слотов вооружения и полный залп даю в хэвика и снес только половину хэвика. Благодаря энергобарьеру я остался в живых, хпшка не пострадала. И по вооружению, конечно, я немножко перестарался, неправильно произнес не синтез, а как-то сайз, как-то так оно звучит. В общем, поняли, вооружение 500 метров на тяжелый слот. Так, единственный плюс, не то что единственный плюс, а особенность данного робота — прям мгновенная смена вооружения. То есть КДшки у способности нет, постреляли верхние обоймы четырьмя легкими слотами, она у вас опустошилась, подключаете два нижних слота вооружения, она опустошилась, потом опять верхними стреляете, так попеременно можете стрелять. Ну то есть думаю, на вооружении плазма 550 метров данный робот будет чувствовать себя комфортно. Ну или можете поставить плазму 350 метров и также чередовать верхние слота, нижние слота. Итак, давайте покажу вам, как можно так неплохо прыгать. Итак, прыгаем. В воздухе отталкиваемся и еще один прыжок. Дабл джамп, отлично. Так, продемонстрировал, только ни по кому не пострелял. Все сидят в укрытии. Вот, негодяй вышел. Ему энергобарьер кто-то повредил. Так, меняем вооружение и нижний обойм, отлично. Но убил его не я. Так. А где мои киллы-то? По дамагу я бы почти в последнем месте, что творится. Но и закинуло меня уже в разгар сражения, нужно учитывать. Так, нижними словами вооружения стреляем. Верхними. Отлично. И, по-моему, есть здесь какой-то снайперок, кемперок, который играет на самоводящихся ракетах. Давайте постараемся его вычислить. Вот он, да? Самурай. Ой, самурайчик. У него очень жирный энергобарьер. Посмотрите, почти 300 тысяч. И как мы будем его убивать? Ну, на данном виде вооружения мы его убить тупо не сможем. Поэтому надо как-то сидеть в укрытиях и играть от маяков. Я думаю, все-таки, если вам робот данный понравится с дабл-джампами, то полный залп даем, еще один прыжок. Отлично. Так, ну огневая мощь маленькая. Но я думаю, все-таки робот классный, настолько классный за счет своих дабл-джампов, что надо сделать на него еще обзорчик, но на более актуальном вооружении. Ибо этот сайз, вот эти вот вооружения 500 метров ракеты, ни о чем. Но... офигеть, какой маленький дамаг. Но чисто кемперский вид вооружения. Но повторюсь, сейчас у каждой собаки у нас есть энергобарьер, если можно так сказать. Ну давай, давай, давай. Убил, но убил его почему-то опять не я. Я кого-нибудь убил в этом бою? Одного убил. Ой. Здравствуйте. А убейте, пожалуйста, вон того самурайчика. Ты его видишь, нет? Он реально пас представляет. Я его не могу убить. 300 тысяч... Прыгаем. Прыгаем. Запутали врага. От урона ушли. Но меня самурайчик с наводящими ракетами так немножко бахнул. Так, у меня есть способность активировать все слоты вооружения. Активируем и постараемся максимальный вред починить вражине. Нет, огневая мощь маленькая. Забираю респовый маячок. Ну давайте тут творить финты. Активируем все слоты вооружения. Прыжок. И давайте нажимаю назад и прыжок. Но нет, посмотрите, назад я не могу прыгнуть. Дабл джамп у меня был, но я продолжил движение в том же в заданном направлении. Изначально заданным первым прыжком. То есть я нажимаю управление назад, но все равно буду лететь вперед. Это, так скажем, наверное, недоработка все-таки. Разработчикам нужно бы это исправить. Если во время полета... Ну-ка, с прыжка дадим по титанчику залп.
Если во время прыжка меняешь, хочешь поменять направление полета, думаю, это вполне должно осуществляться. Так, меняем с этого вооружения на нижнее, они полностью зарядились. Залп дали, меняем... О, блин, нормально. Угу. Ну, видите, возможно, кому-то данное вооружение и понравится 500 метров. Я просто сторонник ближнего боя, я не люблю снайперский вид вооружения и вооружение поддержки. Также в Jurassic Monster World у меня скоро будет обзорчик на снайперские пушки. Опа-на. Опа-на. Снайперский вид вооружения меня только что моментально убил. Робот-патрол. Итак, давайте завершу начатую мысль в предыдущем эпизоде. В Jurassic Monster World будет у меня обзор на снайперский вид вооружения. Очень интересное вооружение. Из предыдущего эпизода было понятно, что оно такое вполне неплохой дамаг заливается. Одного раза всех может убить. Так оно в принципе и есть. Но геймплей на нем довольно-таки скучный. Меня решил отоварить. Вот он. Негодяй, блин. Watcher. На неплохом таком вооружении 600 метров ракетков. И он идет к своей цели уверенно. Уверенной поступью. Угу. Вот у меня уже восстанавливает дрон. Напоминаю, Watcher 4 легких слота. Если вы купите... Да отстанет от меня. Если вы купите, соответственно, дрона, то получается еще 2 легких слота. А это суммарно огневая мощь. Как будто бы у вас 3 тяжелых слота вооружения. Ну и наглядно видно, вооружение это меня... изничтожает и придет сейчас к погибели. Ну, ракетки летят, облетают препятствия. Энергобарьер не успевает восстанавливаться. Сидим, никого не трогаем, а меня все обижают. Очень большая карта. Давайте заберем респовый маячок и посмотрим, против кого мы будем играть. Так, в мою сторону направляется агрессия. Титан стреляет. Титана я, в принципе, не боюсь. Дезорка, бит, армрд, амрд. Так. Активируем все слоты вооружения. Еще один прыжок. Но только пол энергобарьера я ему снес. Прячемся и кдшимся. Так, но мне нужна помощь. I need help. Помощь будет. С титаном я реально не смогу справиться. Так, давайте постараемся. Поковыряем энергобарьер. У титана энергобарьер долго восстанавливается. Верхняя обойма пустая. Нижняя стреляем. Ну вот поковыряли. Немножко хпшки сняли. Процентов 15-10. Так, помощь будет? Нет, братюни. Так, у нас и респовый маячок заберут. Так, обойма, в принципе, перезарядилась. Давайте с прыжка товарим. В другую сторону прыгаем. Ну вот уже пол титана я изничтожил. Так, вот, наконец-то помощник летит. Давай, помогай. Я робот поддержки, я не дамагер. Активируем все слоты вооружения. И сейчас мы его точно заберем. Отлично, смерть сверху. Так, суммарно я набил уже 200 тысяч дамага. Но это дамаг грязный, учитывается еще дамаг, нанесенный энергобарьеру. Хоплайт, у хоплайта также энергобарьер восстанавливается долго. Давайте с прыжка попробуем помочь союзничку. Активируем ниже слоты вооружения. Стреляем. Союзничек окочурился. Так, а у тебя есть... О, ты мой клиент. Верхние слоты вооружения перезарядились. Залп даем. Переключаемся. Нижние ракеты в беги... А, в хевик они попадали, они цепляли асфальт. Поэтому мне пришлось прыгнуть. Все нормально? Все нормально. Так, хоплайт живее всех живых. Активируем все слоты вооружения. Залп даем. Отлично. Так, я немножко пострадал. Примерно пол хп мне снесли. Слегонца пострадал. Так. Кто меня убивает? Кто этот? А, самонаводящиеся ракетки опять-таки. Так, давайте разрываем расстояние. А то я думаю, самонаводящиеся ракетки меня могут на изи убить. Отлично. Убил я хоплайта. От вражины отступил. И давайте попробуем вражину запеленговать. Кто балуется ракетками? Вот, бит балуется, паладинчик. Так, ну паладинчика энергобарьера встроенного нет, имеется только от модулей. Ну и давайте постараемся его изничтожить. Так. Ну паладинчика большое, прям гигантское количество хп. Активирую все слоты вооружения. Залп даю, а он делает рывок. Молодец. Угу. Сидим в укрытии. Еще один рывок. Накидываем по нему. Меняем слоты вооружения на нижний. Даем залп. Он стреляет, естественно, по мне. Ага. Еще залп, я в укрытии.
Ё-моё, как больно ты бьёшь, а? Еще один рывок, и практически вся моя бойма ушла в молоко. Причем враги атакуют, и я уже боюсь не то, что паладина, я боюсь уже практически их всех. Как и положено, роботу поддержки приземлился я сзади. Так, вижу там балансу хоплайт плазмой, 550 метров. Е-вам. Как-то так его ник звучит. Давайте посмотрим на врагов. Сильных союзников не вижу. Если сильных союзников не вижу, я, скорее всего, умру. Потому что я, повторюсь, робот поддержки. Большого дамага я залить не могу. У хоплайт энергобарьер 100 тысяч. Давайте активируемся. Энергобарьер вам попортим. Стреляю немножко в бок. Ага. Ну, примерно половину ему снес. Все согласно статистическим данным. Урон с обоймы 64 тысячи. Так, энергобарьер у него восстанавливается. Блин, он занял очень хорошую позицию. Давайте разрываем расстояние, пойдем на другой фланг. Пока шмарим кого-нибудь здесь. Ну и у всех энергобарьеры. Блин. Все-таки я думаю, данный вид вооружения абсолютно не актуальный на сегодняшний момент. Скор, ну робот классный. Но не на ракетах 500 метров. Немножко ковыряю, меняю свое вооружение, верхний, нижний. Угу. Так, рывок. Еще рывок, все слоты активирую. Убил, причем не я. Так, ты где там, братюня? Выходи из укрытия. Угу. Патрольчик. Сейчас вот добьем, меняем слоты вооружения, верхние перезарядились. Давай, давай, давай. Кое-как, кое-как, вдвоем мы убили. Братюня, ты молодец, легионер. Легионер у нас кто? Не знаю. Никого не написано. Ладно. Так, давайте работать вместе, легионер. Буду с тобой дружить. По ком мы сейчас будем работать? У меня есть прыжок. Так, ты работаешь по нему, да? Помогаю. Меняется это вооружение. Еще один прыжок. Отлично. На пару уработали. В общем, как оно и есть, оружие поддержки, нужно работать вместе с союзничком. Одно оно ни на что не способно. А, отлично. Так, что у нас по статистике? Я где-то в конце. На третьем месте с конца. Почетное четвертое место получается у меня. Ну что, легионер, помогай, помогай. Вижу, нужна помощь с хантером. Работаем, работаем. Так, убегаю от артиллерии. И мы с ним опять-таки на пару вот неплохо поработали. Угу. Но вот видите, не всегда бывает, что у вас в команде такой адекватный союзничек. Как правило, раки еще те попадаются. Кто тут? Титан. Энергобарьер 77 тысяч. Получается, всю обойму я потрачу только, чтобы ему энергобарьер снять. И даже мне еще и не хватит. У него что за вооружение у легионера? Пулеметы. Ну, снимай энергобарьер ему. Спасибо, братюня. О, поковырял. Отлично. Осталось его добить немножко. Давай, помогай. Я тебе, ты мне. Отлично, справились. Так, дальше у нас на очереди есть Хэвик. Давайте тоже с прыжка его отоварим. Он вроде бы там спрятался. Отлично, лопнул. Но убил опять-таки почему-то не я. Энергобарьера моего нет. Энергобарьер ускоренно восстанавливается медленно. Так, с прыжка Титана отовариваем. Отлично. Меняем слоты вооружения. И еще один прыжок. Разряжаем. Смерть сверху опять. Ну да, 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 я такой. Так, обойма верхняя перезарядилась. Бегемота забираем. Или я чересчур самонадеянно сказал. Ну, забрали бегемота. Опять-таки совместными усилиями. Легионер уже сделал 12 убийств. В общем, я дамажу, а забирает почему-то всегда он. Так. Хоплайт на всю нашу команду убил. Давайте смотрим. У него 13 убийств. А урона сколько набил? Ну, 1,5 миллиона. Так, братюня, помогаю, помогаю. Я не сплю, я просто смотрел статистику. Так. Отлично. И опять он убил? Да что ж такое-то, а? 13 убийств. Ну, совместными усилиями у него уже около 2 миллионов дамага уже есть. Братюня, да ты тащер. Поздравляю. Так, рывок. Уходим от огня. Ладно, даду залп. Дам залп. Еще один залп. И прячемся, да-да-да-да-да. Я играю аккуратно.
О, братюни, еще одного забрал. Так, ну давайте залетаем. С прыжка. Очень хороший угол обстрела. Но урон очень слабенький. А так было бы очень хорошо, если бы на другом виде вооружения, более дамажном. Все, сделали бы такой неплохой повредяут. Ну и давайте посмотрим, чего мы добились за весь бой. Напоминаю, считается грязный урон, урон, нанесенный энергобарьеру, тоже считается, не только повреждение корпусу робота. Статистика. Ой, куром насмех, за весь бой 760 тысяч дамага. Это мало. В общем, робот классный, робот классный, а вооружение не очень. Так скажем, мне оно не понравилось. И не знаю, если вам понравится, но вы должны играть в команде с кем-то и, соответственно, быть за спиной у вашего товарища, ему активно помогать. В этом случае данная эффективность данного вооружения будет высока. А если вы соло играете, то лучше призадуматься о другом виде вооружения. На этом все, пока!